15 минут. Я сейчас, во-первых, сейчас то, что я обещал сказать про это, про головную боль. Но обещал скажу. Я буду каждый раз вынимать из эту запасную отдел мозгов, мой личный опыт. Раз я живой, значит, имею право делиться, потому что я уже лет 20, как меня не должно быть на свете. Итак, головная боль. Знаете, в чем опасность? Инсульты, инвалидность, и это, костыли, и даже смерть. Но я своего друга похоронил, было 34 или 38, я не помню точно. Ну, не друга, ну, а это человек, с которым я работал в одном цехе. И вот, охотник, здоровый парень был, а инсульт. Вот, и вот я к чему говорю. Значит, первый способ. Болит головная боль. Пока два, быстренько, скромненько. Болит головная боль. Вы берете, естественно, где-то там расслабились, сели в кресло, можете лечь. У вас сильно болит голова. В нашем возрасте это опасно. Знаете, сколько их? Ой, инсультников. Так не хочется в эту инвалидную коляску. Лучше сразу на тот свет. Вот. И вы расслабились, свет выключили, глаза закрыли. Теперь ваша задача, а мозги они большие, там 1,5-2 килограмма, и вы должны в этом мозгу найти точное место, где найти. То есть вы шаритесь мысленно по мозгу, вроде бы левее, правее, глубже. Нет, вот там еще там, нет, еще выше. И, наконец, вы находите точку, а напрягшись, можно ли найти, вы находите эту точку, где боль. Почему там боль? Там спазм сосудов. Причина боли головной – это спазм сосудов. Кровь давит, а не проходит. Отсюда боль. Естественно, может лопнуть сосуд, тогда вообще хана. Вот. И вы, когда будете вот это место обнаружите, и все время находитесь мысленно в этом месте. Так, стоит вам его обнаружить, боль начнет отпускать. Причину я сам пытаюсь объяснить, это не моя технология, но причину я пытаюсь объяснить так. Всегда, когда какое-то конкретное место удается мысленно найти это место, повышается температура вот этого вот райончика, где спазм, вот этого, где не пропускает кровь сосуд, а температура повышается, это место расширяется, и кровь прошла. И боль сразу исчезает. Попробуйте. Мне редко бывает головная боль, но каждый раз я из интереса это делал. Да, сразу проходит. Один способ. Второй, еще немножко смешнее, но прошу вас не смеяться. Помните, это исторический пример. Америка, Дикий Запад, салуны, раздолбанные эти рояли, вот, неопытный пианист, вот, который слушает, слушает, потом бах, напились и застрелили, играть не умеет. И вот со временем появились такие плакаты над роялем. Пожалуйста, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. И вот я как умею, так вам и объясняю. Не стреляйте в меня. Второй способ такой. Итак, у вас сильная головная боль. Вам надо через силу улыбаться. Через силу. Вам не хотите улыбаться. Как улыбаться? Вам помереть хочется, жить не хочется. Вплоть до того, что губы поток расстегивать. Чтобы сработало, когда улыбаешься, чтобы сработало это самое рефлекс. Потому что улыбка обычно сопровождается с хорошим настроением, все. И тогда отпускает боль. Вот пока все. А потом будут еще десятки разных секретов. Вот, но пока все.